20 января. Общенародный день скорби. В истории нашего народа много радостных и счастливых страниц. Но есть и страшные события. В ночь с 19 на 20 января советские войска совершили агрессию против жителей Азербайджана. По мирным людям солдаты советской армии открыли огонь. Сыны дочери азербайджанцев встали на защиту своей родины. Некоторые из них стали шахидами. Их имена навсегда вписаны в историю Азербайджана. Аллея шахидов стала священным местом для азербайджанского народа. Здесь горит вечный огонь в память о шахидах. Наш народ никогда не забудет эту трагедию.